Началась регистрация участников на 5-й всероссийский полумарафон «Забег». Он пройдет в Магадане 30 мая. Спортивный фестиваль объединит 85 городов по всей стране и соберет более 150 тысяч любителей спорта. Магадан также вошел в список городов-участников и поборется за звание беговой столицы России. Полумарафон пройдет по трем дистанциям – 1 километр, 5 и 21 километр 100 метров. Стартовая точка магаданского забега определена на втором километре основной трассы возле автозаправки «Тасмар». Инициатором проведения и руководителем организационного комитета полумарафона в Магаданской области выступает депутат Магаданской городской думы Антон Басанский. При его содействии первые 1000 участников забега из Магаданской области могут зарегистрироваться совершенно бесплатно. Участникам будет необходимо оплатить только страховку. Самое главное это событие – это полумарафон. Это 21,1 километр. Главный приз – это выигрыш 100 тысяч рублей. Это за первое место, 50 тысяч рублей за второе и 30 непосредственно за третье. Ну, также непосредственно всех участников забега будут ждать другие призы, поощрительные призы и памятные медали всем участникам забега. На Магаданской площади будет располагаться и главная фан-зона. Еще 3 места для болельщиков организаторы разместят по основной трассе забега. Поучаствовать в полумарафоне может любой желающий, но на дистанции 5 и 21,1 километр есть возрастное ограничение. Там допускается бежать магаданцам в возрасте от 16 лет. Количество участников спортивного фестиваля не ограничено. Чем больше людей примет участие, тем больше вероятности того, что Магадан примет участие в конкурсе «Столица забега РФ» на 2022 год. Уважаемые магаданцы, 30 мая всероссийский полумарафон «Забег РФ». Магадан участвует, Магадан бежит. Для участия в спортивном состязании необходимо обязательно иметь медицинский допуск. Его можно получить у терапевта в поликлинике или центре спортивной подготовки. Зарегистрироваться на соревнования можно на сайте «Забег РФ».